Ассортимент и уровень цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты сегодня лично проверил глава региона Игорь Кошин. В ходе рейда делегация посетила центральную аптеку и формулу здоровья. Ирина Цепетова об итогах. Львиная доля аптечного рынка принадлежит государственной центральной аптеке. Директор ненецкой фармации заверила, что все лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов, утвержденных правительством, в центральной аптеке есть. Здесь можно приобрести лекарства как в розницу, так и получить их по федеральной и региональной льготе. Последнее заинтересовало губернатора больше всего. А именно, как производятся закупки, отпуск льготных препаратов и что делать, если необходимого лекарства в наличии не оказалось. Льготный отпуск – это лекарства, разыгранные на аукционах по специальному перечню. Вот, и они поступают по мере разыгрывания аукционов. То есть, если человек обращается с рецептом, если это входит в перечень льготного отпуска, то он где-то скоро его получит. Льготные или жизненно важные лекарственные препараты закупаются по двум направлениям. По федеральной льготе для обеспечения нужд инвалидов за счет федеральных средств и региональной льготе они приобретаются из окружного бюджета для пациентов, которые не являются инвалидами, но относятся к льготной категории. Федеральных льготников в округе более 2500. В их перечне препаратов более 600 наименований. Региональной льготой пользуются 14 тысяч человек. И перечень жизненно важных лекарств намного шире, больше 1000. Ежегодно из окружного бюджета на их закупку выделяется более 60 миллионов рублей. Всего же обеспечением населения лекарственными препаратами на территорию округа занимается 30 аптечных пунктов. Цены на лекарства еженедельно отслеживает Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения по отчетам, которые предоставляют аптеки. В целом рост цен на препараты нежизненного сегмента возрос до 20%, ну, в среднем получается, по жизненно важным препаратам, с учетом вот роста цен, связанного с кризисом, по Ненецкому округу от 1 до 3%, в России до 5%. То есть у нас более-менее кабазируется, потому что у нас все препараты были закуплены еще в более ранний период, нового завоза не было, поэтому у нас как бы рост цен сильно не сказался. Растут цены только на те препараты, которые из новой закупки. Незначительное повышение цен участники рейда отметили в частной аптеке «Формула здоровья». Если рост цен на импортные лекарства жителям округа понятен, то увеличение стоимости российских лекарств специалисты в первую очередь связывают с тем, что те субстанции, из которых делают отечественные препараты, поставляются в нашу страну из-за рубежа. Ирина Цепетова, Роман Делимарский, телеканал «Север».